Мне написал коллекционер из Италии, который очень хотел заказать у меня картину, но из-за санкций не знал, как оплатить. Я же была так рада, коллекционер из Италии. Поэтому, подумав, предложила оплатить картину криптовалютой. Ведь это позволит обойти все препятствия и провести сделку. Но вот что меня разочаровало, это то, что он начал предлагать написать картину со всеми его любимыми персонажами из «Звездных войн». Честно говоря, я почти ответила, что за такое браться не буду. Я же не пишу обычные картины. Но мне так не хотелось разочаровывать его, поэтому я рискнула пойти на компромисс и сказала, что вместо всех персонажей мы остановимся на одном, и я уже в своей стилистике напишу картину. И знаете что? Он согласился, а в результате мы оба довольны. Получилось, на мой взгляд, белиссимо и по стилю, и по смыслу. А ваше мнение об этом всем пишите в комментариях и подписывайтесь.